На перехвате я тоже люблю. С некоторых пор. Надеемся, что все будет отлично. Если мой FPS мне не будет вредить. Побежали, короче, к ним. Их всего двое пока что. Ну, блин. Демон с перчатками, еще он там заметит, потому что у него нету снайперки. Так. Минус два уже есть. Ну, конечно же, меня. Вот не его, а меня. И почему у нас двое, трое, ладно. Привет. Ага. Как вы меня достали? Почему вы спрашиваете об этом? Какой смысл? Вам интересно на себя посмотреть видео, что ли? Да сегодня, наверное, человек 4 меня спросил. А, ну да, поздороваться со всеми. От своего лица. Сказать привет. Понятно. Пусть так. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так-то? Подпираешь. Так делать нельзя. Так, цифра, ты меня начинаешь бесить уже. Привет. Как он меня так убивает? Кикайте цифры, короче, он меня бесит, все. Конкретно бесит. Живучий. Что-то я мажу и мажу. А вот вид снизу я не видим ни разу. Сейчас мы на перехвате намесим. Надеюсь, что намесим. Попал уже. Ну как так-то? Блэклист. Итак, ясно, кто мы есть. Влезай. Не хочет. Опять мастер. Только он попадается. 15-7, 15-7 у нас. С чуваком, который сдох уже. Они только умирают и все. Наконец-то я сдох. Так, я ни разу не выходил вниз еще. А через стекло, интересно, можно, нет? Нет, по-моему, нельзя. Можно подняться выше и спуститься по этой самой. Только, скорее всего, пока ты будешь спускаться, тебя убьют. Это как на каком-то режиме там, где воюем. Как называется, не помню. Потому что не захожу на него. Так, понятно. Ты чё я промахиваюсь-то? Наконец-то сдох. Так. Есть там еще ребята. В итоге я завис. Прям вообще завис где-то
на секунд 30. Убейте вы его. Убежал, что ли? Ну я же ас почти. Тот чувак меня опередил немножко. А по-моему, я только что в него попал. Нет, что ли? Такой живучий. Гребаные цифры. Так, мастер, это ты? Конечно. Только он наверху ошивается. А вот и мастер. Так, этого уже убили? Ладно. Пойду другим путем. Еще целых 5 минут. Вот, молодцы. Он, видимо, хотел полететь. Бегает там и ничего не делает. Практически. Опять кто-то к нам прибежал где-то. Убили уже, наверное. А! ФПС, как ты меня бесишь, он трогает сильно. Что, мастер, что ли? Только у него такой пинг офигенный. Капец их-то. Потихонечку везде наметим. Потихонечку везде и там, и тут. Только вот мешаются маленько. Ну там ящики были, неважно. Не они. Хотел другого убить, этот вышел. Так. И никого. Ку. Откуда вы беретесь вообще в таком количестве? Вы знаете, сколько мне человек написал за сегодня? Я вообще удивлен просто. Я не снимаю кросы, я вообще неизвестен, ничем не популярен даже. Кросс у меня в частности. Но ребят пишет много, как ни странно. Зачем вы спрашиваете об этом? Снимаю я или нет? Почему вам так интересно? Вам поздороваться хочется наверняка там, не знаю. Знать, что вы будете? Я спрашивал раньше, мне не ответили. Как так-то? Вылезает, не умирает, и потом, как только уходишь, сразу тебя убивает. Так, убили. Откуда взялся? Почему его убить не могут? За все это время.
Это он лагает или я? Ну, скорее всего, он, конечно же. Хорошо. Может, я вообще даже лезть не буду туда? Я-то уже не ас, а вот он. Вот он, да, вытягивает. Странный чувак, может, ВХ? Есть такие варианты? Могут быть. Да, в этом месте не вариант стоять, целая куча. Ага, сейчас, полетите вы, успеете. Не было таких еще. Вот наш первый, наверное. Сейчас заколебали, всех убивают. Опять Добрыня. Только вышел, сразу видишь, как все подыхают. Все падают. В зверя выстрелил, он не сдох. Так, есть, все. Настреляли на сороковочку. 42. Так, и сегодня порубаем на тюряшке. Только зашел, одного снял. Все хорошо. Толкаются, подпирают. Все замечательно, в принципе. И толпа такая бежит прям туда. Потихонечку топает, топает. И... Ну, вроде что-то получается у них. Какого хрена? Так, сняли чувака. Я так понимаю, большая наша часть ходит налево. Даже не знаю почему. Не так мы много не навоюем здесь. А вот кикает еще. А, это у них надо было против нажать. Чтобы место оставить, которое легко убивать. Близко. Сука, двое же. Хоть так. Я был уверен, что я выстрел сделал. Где он теперь? Ладно, не важно. Я же выстрелил. Что ж такое-то? Точно выстрелил снова. Опять мимо. Точно в цели мимо. Норма, чё? Ну вылези. Он боится, походу. Ну сука, как обычно, все мимо. Питер. Ублюдок. Наконец-то сдох.
Так, 8-10, замечательно. В общем, тираги хорошего не выходит. Угу, живучий какой. Будаки, вы что подпираете-то? Ну, ты просрали, в принципе, очень-очень быстро. Так, снова на перехвате. Снова здесь. Прям самое начало. 150. Взял АВМ, я, оказывается, ее купил уже давно, просто она внизу была. На складе. Не находил. Чувак уже обошел, походу. Или откуда это было только что? В смысле? Это ненормально нифига, когда гуляют по нашей базе. С АВМ я, по идее, стрелять не привык. Ну да. Пока прицелишься. Короче, ребят еще не набралось. Показалось. Вот именно меня, а остальные почему-то вообще нифига. Что-то вроде есть, а вроде бы и нет. Ну да, мимо. Точно в цель, но мимо. Я уж думал, мне показалось. Так, как-то так. Ну, больше их не было, короче, чтобы я мог кого-то убить. Я больше никого и не вижу. Поэтому дальнейший комбо у меня не наберется. Убежали все, которые там были. Перезаряжайся быстрее. Да я никого убить не успеваю. Они их всех выносят. Ну, ребята, выносите вы их уже. Наконец-то я сдох. Хоть я этого, в принципе, не ждал, не хотел. Так. Одного, а второй меня. На всем насрать, все в одном месте. Все наверху. Я тоже буду наверху. Там интереснее. Там полегче, по-моему, будет, чем здесь. Действительно. Между щелочкой там встал один. И поехал. Пингер, походу, тот самый он. Ренат.
Ну, на перехвате хорошо. На перехвате интересно. Такие замесы устраивать. Попал же, нет. Ну как так-то? Меня чуть не убил. Не, ну там слева тяжко. Тем более, что никто тебя не прикроет, наших нету. Наши не выходят, не вылазят. А где они вообще все, интересно? А? Ну, там, походу, есть. Сидят. Уже хочешь прям стрелять в ту сторону, куда он идет, а? Тут стена. А почему не я убил этого самого, который полетел? Так. Ну я не ас, к сожалению. Потрогуша. Вот закрыл мне путь. Цифры. Ох, как это много. Все, налево больше не хочу идти. А наверху-то, в принципе, никого нету. Убивать некого. Так. Вот постоянно попадается мне Хэнроу. Хэнроу. Постоянно с ним перестреливаюсь. Все, больше никого. Где кто? Вообще никого. Не может быть. Опять не может быть. Как это объяснить? Почему я стреляю в него, а это получается, что нет? То есть чисто в цель, но я не попадаю. Фига себе их там. Так, еще маленечко. Наберем сейчас фрагов-то. Блин, вот я не ас далеко. Там Анюта? Анюта, нафига она там набрала? Так, я хочу еще хоть кого-то убить под последок. Смогу ли я? Походу нет. Могу. 29 в итоге. Неплохой замес был. Мне понравилось. Я бы еще куда-нибудь сходил, но мы серию заканчиваем. Все, ребята, ставьте лайки, комментируйте, все как обычно. А пока что я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До встречи. Еще увидимся.